Всем привет, меня зовут Денис Дмитриев, и сегодня я расскажу вам, как легко, быстро и правильно собрать рюкзак. Рюкзак мы выбрали достаточно универсальный, 80 литров. Это вполне подойдет и для небольшого 3-4-дневного похода, так и для более длительного, например, от недели до 10 дней. Спальник. Он нам на маршруте не пригодится никогда. Поэтому берем флисочку, складываем ее, не забываем про еду. Пила у нас складная, много места не занимает, рукоятка является и чехлом для нее. Аккуратненько сложили, убрали, положили внутрь рюкзачка. Карты у нас заламинированные. Всегда нужно, чтобы карта была не бумажная, а убрана во что-то непромокаемое. Здесь мы используем ламинатор, карты упаковали в специальную пленку. Все это достигается тренировками. Когда-то тоже я считал, что это невозможно. Оказалось, все возможно. Рюкзак собран. Можем идти.